Собралась наконец-то на фестиваль. Так я выгляжу. Специально оделась по-спортивному, потому что у меня сзади рюкзак. Некрасиво будет такой в черный. Это ты взяла с собой курточку, если вдруг замерзну. Хотела поснимать в лифте красивом. Так, сосед с ребенком. И ребенок, наверное, лет 6-7 от меня отскочил, а я говорю, что случилось? А он отцу говорит, она американка. Я говорю, нет, мой дорогой, я не американка, я турчанка. Ему так понравилось. Вот такие вот дети у нас продвинутые. Бегу, муж ждет меня уже. Такая погода у нас в Мерсине. Вы видите, раздетая. Ну, а вечером прохладно, само собой. Вечером даже очень прохладно. Так резко температура опускается. Но пускай хоть будет днем такое солнышко. Не так ли, мои дорогуши? А это мой муж забыл кольцо и часы. Чтобы не забыть, пришлось вернуться, забыла я. Несу ему. И вышла я на набережную. Что здесь есть? Кто что? Только то, что здесь очень светло, всех видно. Как всегда, везде очень много людей. Вот активно обедают, все что-то продают активно. Вот, мои дорогие. Очень много русскоязычных тоже. Orada aşçılıkla ilgili bir şey oluşuyor. Aşçılıkla ilgili. А, hadi bakacağız. Так, и как всегда, я на самом высоком месте, мои дорогие. Здесь мастер-шеф. Что-то вкусненькое готовит. Запах какой серьезно. Все беленьком таком. Что потом покажу? Хохочем мы тут со Шкимом вообще. Я говорю, почему нам сказали идите? Ну, не то, что нам сказали, конечно, кто хотел, остался. Микрофон был модель в Дяшке. Не нашла дома микрофон для вас, так что думаю, что будет слышно все хорошо. Вы смотрите, сейчас идем и ржем с ним. На чем? Тут все же закрыли, не дают подойти. А тут все стоят с сумками в ожидании того, когда начать это все разбирать. Вот так вот идем и смеемся. Почему недоступно это? Потому что все берут. Все берут. Походили, еще покажу вам со стороны. Друзья мои. Здесь рисуют деток, видите? Вот чем могут, тем зарабатывать. Сейчас мы встретились, сейчас мы увидели голубцы, 20 лет тарелка. Вот, что буду, о ценах буду вам рассказывать. Ну, знаете что, днем очень идет большая торговля. Все пришли голодные. Очереди за едой. Здесь можно было хорошо. Надо было мне притащить свой кекс. Тонко-тонко порезать и продавать за 20 лир кусочек. Вот так. Су. Надо их полить. Сулама, Герек, сулама. Ашкин хочет меня сфотографировать. Вот так мы идем. Выше. Воздух здесь, воздух. А на море шоу. Видите, сколько людей. Мы такие умные. Я такая умная, что взяла
полотенечко со шлемом. Посмотрим, что за шоу. Такая машинка стоит 50 лир для голубцов. Смотрите. Все, готовые голубцы. Вчера мы сюда не пришли. Смотрите, сколько чего здесь продается. Ашкем говорит, хорошо, что вчера не пришли сюда. А то много бы денег здесь оставили. Смотрите, как сидят. Ой, какую вкуснятину продают, как запахло все. Вот сегодня такая вот интересная тоже программа для вас. Burada halk eğitimlerin yaptığı ürünler var. Sonra ne yapacağız? Sonra onları alıyorsun, öğrencilere destek oluyorsun. İyi no. А там рисуют. Onları yapmışlar. Toprak da bu. Bu özel toprak. Дракон. Дракон. Fide, fideleri. Herkes götürmüştü. Hatta ben de almadım, pişman olmuştum. Niye aldım? Ağaçları. Sonra dedim ne alsam ne yapacaktım. Здесь очень много собирают деньги. И с урнами стоят. И знаете, люди дают. А я говорю, давай, говорю, мы тоже с тобой мою сумку откроем, постелим полотенце и будем собирать деньги. А он говорит, а для чего? Я напишу всем, я хочу iPhone 14. Он начал смеяться. Он говорит, а действительно, в Турции одна девочка встала на улице и написала, что мне не хватает для, или я собираю для айфона 14. И люди давали, а он говорит, я правду говорю, я не вру. Вот я то же самое говорю, мне нужен недорогие iPhone 14. Правду говорю. Во-первых, хорошая камера, во-первых, все. Это будет вообще, наверное, для меня такое подарок судьбы. Ну вот, несмотря на эту кнопку, которую я вам рассказала, только я сама себе присылала. И стало меньше комментариев, и все. Ничего страшного. Что-нибудь придумаем еще. Правду говорить надо всегда, для чего хочу. Сколько труда за два дня. Два дня фестиваль. На Ориентале фестиваль.
завтра все уже будет разобрано. За два дня столько людей приняли участие в создании этой красоты. Сейчас начался ажиотаж. Сейчас я вам покажу. Вот так вот разбирают. Вот так разбирают. Везде разбирают, смотрите. Вы видите? И мы сейчас наберем. Ашки? Вот так вот. О, молодец, Светлана, молодец. Приготовила два салата. За 30 минут у меня ужин готов. Плов, жареная рыбка. А на десерт мы будем кушать этот кекс мой. Я его порезала. Чуть-чуть еще пропекла, потому что в одном месте он был пропеченный. Ну что, съедобное. Приятного нам аппетита. Конечно, газ надо мыть, но ничего. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик. Поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.